Привет всем! Меня зовут Тереса, и вы находитесь на канале Терри Лайф Влог. Привет всем! Я Тереса, вы находитесь на канале Терри Лайф Влог, и вы в жизни не отгадаете, где я. Я нахожусь в Трускавце, на Украине. Мы были в костеле. Сегодня в 9 часов была литургия. И в 7 часов сегодня будет концерт органной музыки, куда я всех приглашаю. Погода чудная. Я уже здесь третий день, и температура воздуха достигает 25 градусов тепла. На солнце даже больше. И сейчас я всех приглашаю на деревянный рынок, где много разных сувениров, подделок. Оставайтесь на моем канале. Я уже говорила в своих видео, что я очень люблю деревья. И вот это дерево просто заслуживает внимания. Вот оно. Ну что, на небе ни одного облачка. Бабье лето. И это на Украине часто бывает даже два бабьих лета. Одно бывает в конце сентября, а другое бывает в начале октября. И мои именины были 15 октября. Вот, и я приехала в этот городок, Трускавец моей души. И сейчас мы пойдем на деревянный рынок. Когда мы подходим к рынку, вот мы видим отель «Старый Видень». Такая вот деревянная конструкция. И тут же рядом находится Медпалас, реабилитационный спа-центр. Это самый большой. И здесь самые лучшие врачи. Здесь новое оборудование, различные процедуры. Вы можете сдать здесь любые анализы. Вот это здание было закрыто. Сейчас тут вот такая вот, вот такое, это не ива, какое-то плакучее вот дерево. Так, тут какой-то тайский массаж был написано. Вот, посмотрите. Как красиво. Как красиво. Все так ухожено, аккуратненько. Такие красивые отели, дома. Да. Здесь вот открылся салон тайского массажа. Вот если кто интересуется, то может сюда вот зайти. Это вот напротив центрального реабилитационного спа-центра Медпалас. Вот такой громадный такой вот. Это его один вход. Второй вход я покажу там с другой улицы. Посмотрите, вот сюда вот. Вот вдалеке мы видим, я тоже покажу вот этот вот кусочек Мир-отель. Это вообще современный отель. Вы, кстати, вот там вот видите вот переход. Такое вот соединение Мир-отеля и с Медпаласом. То есть Медпалас, он как бы относится к Мир-отелю.
То есть прямо вот с отеля вы можете попасть в медпалас и сделать различные процедуры. Что самое интересное, это Прикарпатье, и здесь очень большие сильные ветры. Погода меняется каждый час. Но вот бабье лето сейчас, вот видите, ни ветра, тишина, спокойно. Ну, просто какое-то затишье. Это очень редко бывает в Прикарпатье. Вот. Я отдыхаю в санатории «Кристалл» и тоже там чуть-чуть сниму. Я приезжаю с позитивом, у меня нету такого негатива. Конечно же, есть свои минусы, есть свои недостатки. Но мне кажется, что все со временем здесь наладится. Все это, вот это дерево магнолия. Она сейчас не цветет, конечно же, но весной. Вот посмотрите, здесь только такие бутончики, вот. Бутончики, цветы. Но она весной такой, такая нежно такого розового цвета. Вот это вот медпалас, вот это его центральный вход. Да, неплохо бы даже зайти сюда вечером. Вот тут горят фонари. Вот, красивые. Вот кустики постриженные. Со вкусом посажены вот эти туи, которые вот они вот так вот стелятся. Вот. Такая вот территория. Вот он, медпалас. Мы туда не будем заходить, потому что, естественно, там охранник сидит. И, конечно же, нам просто запретят там снимать. И поэтому я вот только показываю внешне вот это вот медпалас. Если вы даже приедете в Трускавец и будете снимать квартиру, вы можете в любом санатории купить лечение. И, конечно же, в медпаласе это будет дорогой пакет. Но я вам честно скажу, овчинка стоит выделки. Потому что здесь находятся различные скамеечки. В каждой скамеечке урны стоят, чтобы нигде не было мусора. Фонтан, конечно же, осенью отключен. Летом он работает. И так вот, если вы хотите купить то есть процедуры, пакет процедур в медпаласе, то, естественно, цена будет соответствовать качеству процедур и оборудования, даже и обследования, все. Так что, если вам позволяют деньги, вы можете себе это удовольствие позволить. Вот медпалас. И все, абсолютно все знают, что это такое за здание. И любой прохожий вам покажет, где это находится. Так, тут закрыты ворота. Сейчас мы попробуем выйти. Перед входом на деревянный рынок здесь много маленьких магазинчиков с одеждой, где можно купить трикотаж, обувь. Здесь ряд магазинов, где можно что-нибудь купить себе.
сильный чай.